на минулому тижні ми почали аудит в цілому цієї системи. Поки можу сказати, що цифри, які ми отримуємо, сигнали, які ми отримуємо з регіонів, вони тривожні. І долучаємо до нашої розмови і Геннадія Балашова, лідера партії 5-10. Геннадію, вітаємо вас. Ви щойно чули про те, що говорить міністр, результати тривожні аудиту. А ви нам скажіть, будь ласка, ну про те, що в нас тривожна ситуація в системі охорони здоров'я, ми це знали і до Степанова, тут він нам Америку не відкрив. Так от, як ви гадаєте, це міністр просто констатує загальну тривожність системи, чи може це вже враховуючи ту тривожність, яка в нас була, подивилися, придивилися, проаналізували, а там все ще гірше, бо ми чули на прикладі тих самих апаратів штучної вентиляції легенів, як нам чиновники звітували про те, що в тій лікарні стільки-то, в тій лікарні стільки-то, а потім виходили лікарі, казали, та побійтеся Бога, там половина не працює, там чверть потребує ремонту чи там застарілі. От ця тривожність, вона до якої межі? А дело в том, что это же не меняется 28 лет. Каждый следующий министр любого министерства приходит и тревожно констатирует, что ну, мы тут проанализировали, на самом деле все стало еще хуже. Вспомните раннего Кучму, да даже всего Кучму. Он каждый раз выступал на съезде промышленников и предпринимателей и говорит, на сам перед стало еще гирше. Коррупции стало больше. Поэтому со здравоохранением то же самое. Что неизвестно, что в Украине нет денег. А раз нет денег в Украине, значит нет денег на здравоохранение. А раз нет денег на здравоохранение, там будет все гірше, гірше і гірше. Да, знаете, в тому анекдоте, коли пацієнт приходить до лікаря, каже, лікарю, в мене болить голова, мене тошнить, температура підвищена, лікар йому каже, а ви хвор? Він каже, ага, дякую лікарю. Ну, це до слова про міністра. У нас вони постійно приходять к власті і говорять, у нас больна економіка. Ми говоримо, да, у нас больна економіка, лечить її треба з тим, щоб сюди пішли гроші на територію України. Щоб гроші на територію України пішли, и были деньги для здравоохранения, надо освобождать экономику, чтобы Украина стала аномально свободной страной, чтобы деньги буквально сыпались и инвестировались в экономику. Что для этого надо? Свободный рынок земли, распродать госпредприятия, ввести самое низкое налогообложение в мире. И тогда здесь будут деньги, тогда мы будем на уровне Швейцарии, Швеции. Геннадию, скасували велику приватизацию, взагалі відкладається на цей рік? Вот плохо, вот об этом надо говорить и кричать, что они остановили приватизацию, они отложили земельный закон на 21 год, и это останавливает инвестиции в Украину. В конце концов, не обсуждаются налоги, потому что налоги душат каждого гражданина, душат каждого из нас, душат каждого, кто сейчас сидит в студии. 20% НДС, 10% пошлины, 1,5% военный сбор, 22% ЕСВ, 18% зарплаты. А посмотрите, государство остановилось все, люди сидят дома, а где государство? Работают только предприниматели, и то на свой страх и риск. З угрозою заразитися, Геннадію, повністю поділяємо і вашу занепокоєність цією тривожною ситуацією, як говорить пан Степанов. Ну, от Державна служба зайнятості сказала, прозвітувала про те, що зареєструвала з початку карантину і пандемії 36 тисяч нових безробітних. А от прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорить про те, що в травні вже зможуть створити 500 тисяч, тобто півмільйона робочих місць. Давайте зараз почуємо прем'єра. Вже в травні завдання стоїть створити 500 тисяч робочих місць для того, щоб Україна не опинилась на порозі ще глибшої економічної кризи. Ми розуміємо, як це робити і що для цього потрібно. Є план, він кожного дня оновлюється, і ми все нові і нові дані до цього плану долучаємо. Ми створили відповідні аналітичні центри, ми створили Раду економічного розвитку України. Пане Геннадію, ну все ж таки, дивіться, ми в умовах карантину, пандемії, ну, вибачайте, уповаємо на уряд, тому що розуміємо, що ну, саме уряд, який відповідає за економічну політику, ну, має щонайменше запропонувати це світло у кінці тунелю. Аналогічне запитання до вас. Якби за
звичайних умов, без карантину, без сидіння вдома, прем'єр озвучував півмільйона робочих місць за один тільки травень. Ну от як ви сприймаєте такі заяви? Я це слышав від Ющенка, від Тимошенко, від всіх предыдущих прем'єрів, коли вони йдуть на вибори, вони говорять, що создадуть робочі місця. Вони взагалі не создають робочі місця, тому що прем'єр-міністр – це не його функція создавати робочі місця. Условия для создания робочих місць – да. А что является условием для создания рабочих мест? Наличие денег в экономике, наличие кредитования. Вот он обеспечит кредитование в 50 миллиардов долларов, будет рабочих мест немерено в Украине. Не обеспечит, не будет ничего. Обеспечит ипотечное кредитование, обеспечит кредитование бизнеса под 5%. Рабочих мест будет немерено. Но Шмыгаль, он же не создавал никогда рабочих мест. Посмотрите на биографию. И сейчас, когда он сидит премьер-министр, я буду создавать рабочие места. Ты в этом вообще что-то понимаешь? Рабочие места создают предприниматели. Предпринимателям нужны заемные деньги. И вот этим должно сейчас озаботиться и президент, и премьер-министр. Но в их словах, в их плане, я не вижу кредитования малого, среднего бизнеса, вообще какого-либо. Под залоги. Нету этого. И ипотечное кредитование. Они просто говорят, у нас нет денег, но у нас есть план. А музыка слов, вдумайтесь. У нас есть план, который каждого дня уточнюется. Это не план. Это да. Просто ля-ля-ля, у вас есть Геннадий, план. Принимается ваша думка? Не, мне вообще здравые рассуждения, потому что для того создания рабочих мест нужны деньги. Просто я бы задал вопрос премьер-министру, если бы у меня была возможность, а какие рабочие места 500 он себе, тысяч собирается создавать? Потому что с этого вопроса начнется его, он поплывет, потому что он не ответит. Да, Геннадий, вот мы почули вас, продовжуючи парад феєричних, оптимістичних заяв, от, зокрема, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про те, що після карантину на нас очікує, увага, шалене бум зростання економіки. Давайте зараз почуємо міністра. Ми очікуємо, що одразу після завершення карантину буде такий бум зростання. Зрозуміло, що за цей період там економіка там, ну, вона суттєво втратить, особливо окремі там галузі, такі як от в нашому випадку це авіаційна, там сфера туризму, сфера послуг. Але в подальшому, я думаю, що ми побачимо такі епоху Ренесансу. Так, Геннадію, Мар'яне, ну бачите, в принципі ширяться ці вірусні у доброму розумінні, у доброму значенні думки з приводу оптимістичного сценарію. Пане Геннадію, Владислав Криклій, наскільки він реалістичний сьогодні? Мы у вас в эфире говорили, и я говорил о том, что если вы будете считать по году, то в экономике страшного ничего не происходит. Потому что сейчас государства вынуждены вливать деньги в экономику. И денег в экономике мира будет больше. Когда будет выход из кризиса, действительно будет рост. Тем более, что циклические росты, они заканчиваются вот в 2023 году. И до 2023 года мы все равно обречены на рост. Этот рост идет с 2016 года постепенно, и он будет продолжаться. Вирус его не остановил. Просто он приостановил деятельность. Но действительно, я тут соглашусь, что у нас действительно будет экономический взрыв. Но при одном условии. Если государство найдет и притянет деньги на территорию Украины. Поэтому мы зависим от кредита МВФ. Поэтому мы зависим от того, чтобы занимать еще больше денег как раз для этого экономического роста. С приводу цих заробітних плат для чиновників, для наглядових рад. От Милованов говорить про те, що ну, якщо вони будуть низькими, то компетентні можуть піти. Я вам нагадаю, що ініціатори підвищених заробітних плат говорили нам про те, що ну, якщо ми хочемо, щоб працювали чесні люди, якщо хочемо, щоб там не було корупції, треба їм поставити заробітні плати. І одразу на противагу їхній думці критики чи опозиція говорили, почекайте, так давайте ж ставити ну, за якимись досягненнями. І тоді говорили, слухайте, ну давайте ми зараз поставимо ці заробітні плати, подивимося, якщо досягнення будуть, то добре, якщо не будуть, то будемо знімати. Тепер, ну, щось ми не бачили по окремим напрямам надто великих досягнень, так може не треба тоді, Геннадію, і виридувати, що ці зарплати зменшуються? Ну, дело в том, что во всех государствах развитых государственный чиновник получает небольшие зарплаты. Не идут в государственный сектор, чтобы зарабатывать большие деньги. Там, если вы хотите зарабатывать, вы идите в коммерческий сектор, там,
Всегда адвокат в США зарабатывает больше, чем прокурор. Даже больше, чем генеральный. У президента Трампа зарплата на уровне топ-менеджера небольшой компании. Поэтому мы сегодня говорим о том, что на государственную службу бедной страны должны идти служить, а не зарабатывать деньги. И служить, зная, какую идею ты осуществляешь. Потому что у нас, к сожалению, идут люди без идеи, занимать пост, не знает, что делать, просто занимать функцию. Поэтому мы видим таких премьеров, таких руководителей, которые просто сидят. А какую вы им будете зарплату платить? Можете миллион назначить, можете полмиллиона. И эффективность управления госпредприятием от этого не изменится, потому что госпредприятие всегда неэффективно. Зафиксували вашу думку, Геннадію, ви послідовний прибічник грошей, і взагалі грошей, і грошей від МВФ, зокрема. Ну і, мабуть, підтримуєте цей законопроект, але ви чули, про що говорять окремі народні депутати? Ну, понимаете, что они внушают? Что это надо МВФ, это надо гражданам Украины. Граждане Украины нуждаются в защите от Коломойского. Поэтому не случайно этот закон называется антиколомойский. А Арахамии иногда надо, как и многим слугам народа, больше жевать, чем говорить иногда. Потому что они иногда говорят то, чего не понимают. Антиколомойский закон – это именно против Коломойского и таких же банкиров, как он. Так вот, вы чего приняли позицию представника Батьковщины? Пан Михайло говорит, что против. А что это? Батьковщина и пан Михайло за Коломойского выходит? Конечно, Батьковщина на каналах Коломойского пасется, возможно, у них связь какая-то есть. Потом все люди, которые сейчас за антиколомойский закон, обратите внимание, они и против закона о земле. Это все те же самые люди, эти последователи, марксисты, коммунисты, социалисты, солидаристы, а также кучмисты. Вот они все против закона о земле и антиколомойского закона. Выстроились на самом деле против МВФ, потому что они все работают на олигархов. Вот это их беда. Поэтому этот закон нужен гражданам Украины для защиты их от таких, как Коломойский. Кримінальна справа по Тетяні Чорновол. Є теза, от дивіться, є теза про те, що так, дійсно, 6 років минає, цю справу дістають із шухляди. Хоча з іншої сторони, якщо ми говоримо про умисне вбивство, то строки притягнення до відповідальності, там, ну, вони ще не завершилися. Відтак, ну, от прошу ваш коментар. Ну, во-первых, погиб человек, то есть всегда заводится уголовное дело. А что касается Татьяны Черновол, она же сама своим языком на всех каналах рассказывает о том, как она сжигала офис партии регионов, где задохнулся этот человек. Она же сама себе наговорила срок. И сегодня, а что может ДБР, если она начинает выполнять закон и прокуратура? Оно возбуждает уголовное дело. По поводу ее же заявлений. Она сама себя говорила, она сама про себя это рассказывает. Да и сейчас, когда она дает интервью, она продолжает это рассказывать. Говорит, да, бросали, чтобы отвлечь внимание. Я не знала, что там был человек. Или еще что-то рассказывает. Или еще что-то. Но она сама рассказывает. Когда человек сам на себя говорит, я вот подпалил то, я убил того, на него заводится уголовное дело. Вот так и на нее зовут. Поэтому ей точно так, как некоторым надо меньше болтать, а больше жевать. Ну, до речі, ви знаєте, да, що будь-які свідчення, надані поза судовим процесом, не беруться до уваги, бо завжди можна сказати, що людина себе обмовила. Пане Геннадію, ми будемо вам дякувати і будемо вас відпускати. Геннадій Балашов, лідер партії 5-10, був з нами на зв'язку.